Дорогие друзья, сегодня особый день в Мордовии, в Саранске. Сегодня исполняется 20 лет со дня канонизации святого воина Федора Ушакова, адмирала. И вот мы смотрим, ребята пришли на этот праздник. Кадеты 3-й Саранской школы, которые носят почетное звание Ушакова. Сейчас мы обратимся к ребятам и девчатам. Что же они знают об адмирале? Почему такое почет и уважение оказано в нашем государстве, да на всей планете этому великому человеку? Ну что ж, начнем с правого фланга. Ни один матрос Федора Федоровича Ушакова не был взят в плен. Так, можете представляться, как вас зовут? Как тебя зовут? Гурьянова Алена. Алена, еще раз, пожалуйста, погромче. Ни один матрос Федора Федоровича Ушакова не был взят в плен. Его уважали даже враги. Понятно. Любовь. Федор Федорович Ушаков не проиграл ни одного сражения. Молодец. Данила, он был известен своей необычной тактикой и ведение боя на касать на море. Молодец. Дарья, Федор Федорович Ушаков не проиграл ни одного сражения. Так, а вот ребята, вот эти вот замечательные хлопцы. Так, внезапность? Ну ничего, сейчас узнаете, а потом посмотрите на ютубе. Так, кто еще у нас? Ушаков, три численки и мусульты. Понятно. Так, чем замечательный Ушаков? А книжки какие-нибудь читали, фильмы какие-то смотрели, что-то было? Честно только? Нет. Ну кто говорит нет, кто да. Ребята, кто еще знает что-то об Ушакове? Я знаю, что внутри этого все знаете. Пожалуйста. Не знаю. Не знаешь, так? Не знаю. Ну, по крайней мере, честно. Он украл. Так, давайте обе. Он родился 24 февраля 1745 году. Он в Мордовии родился или в другом месте? В другом месте. В другом месте, да. Все понятно. Потому что биография у него была большущая. Так. Он был морским флотоводцем, который управлял Черноморским флотом. Понятно. Дата смерти 14 октября 1871 года. Понятно, все ясно. Так, а кто тут у нас старший есть? Кто старший? Кто старший? Ну-ка, пожалуйста, красавица. Ну-ка, давай расскажи. Расскажи об Ушакове что-нибудь. Федор Федорович Ушаков родился 24 февраля. Родился, окончание своей жизни проводил в Тюмяковском районе, в Стоксарском монастыре. Очень много занимался благотворительностью по окончании своей жизни. Вот. Флотоводец, который ни в одном сражении не потерял ни одного своего матроса, не потерял ни одного корабля, никогда не терпел поражений. И вот мы очень... Нам очень... Вы горды? Мы очень горды, да, носить его имя. Это весь класс носит, это Ушакова, да? Вся школа, вся кадетка. Вся школа? Да, вся школа. Молодцы. Все кадеты, ушаковцы, у нас есть мероприятие, нас прям посвящают ушаковцы. Ясно. Так что не каждый это достоин. Молодцы. Так, а теперь давайте все вместе, дружно, встанем красиво и прославим на фоне памятника Ушакова и храма 3-ю Саранскую школу прославленную, которая находится в районе, микрорайоне ТЭЦ-2. Друзья, да здравствует Саранская школа номер 3 и кадетское движение в этой школе имени Ушакова. Гип-гип! Ура! 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 Молодцы! Ну что, с праздником, друзья! С праздником!